скалку. Скалку, а бабушка нашла сливочное масло. Раститель. Нет, мне нравится. Гриша побежал в кладовку. Слышу, подсолнечное есть масло, растительного нет. Да? Так, а потом достает из холодильника сливочное. Наверное, в холодильнике. Достает, а я говорю, растительное. Он стоит, думает, а, растительное, это сливочное. Доброе утро. Антоха тут с бабушкой пышки напек. Расскажи, сынок. Пышки, пышки, класс. Вот, хорошо, считайте. На всех хватит? Да, я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять? Да. Еще вот одиннадцать. Одиннадцать. Еще двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А кнопа тут на троне у нас. Ты на троне, кнопочка? Да? Но она сейчас все равно спокойнее. Ну да. Уже она, да, подросла. Не знаю. Завтрак. Завтрак. А ты слышишь что-то? А то корма, да, Юля? Да, туда можно и обычную же еду. На год хватает, тем более, что мы им еще добавляем, и там еще даже остались. Угу. Это интересно. Куда ты хочешь, сынок? Вон, как они личинки. У меня тут еще прянички. На день пограничника будут. Сейчас будем их доделывать. Вначале все заливаю белым, потом кое-что будет печать, кое-что вручную роспись. В общем, покажу вам, что получится. Так, идем провожать родителей. Кнопка! Рыбу дедушки же забыли. Ну, вот так. Вон еще навожу. Потому что мы такие едоки. Да, оно будет у нас. А нету, что ты нанизывала свежее? Вот это надо, да? Все, закрывай сушилку. Фоня, тут а у нас там в холодильнике еще есть клубничка. Сейчас я намою. Папаня, а это те для пива от внучка. Кнопа. Она очень вонючая, папань. Ну сиди, за сиденье. Прям на полу. Кнопа. Я там от болезни. Кнопа. Кнопа. Ты уже домой хочешь? Да подожди ты. Начинается. 17-го. Я 17-го. Да. Все, поехали. Ты обиделся? На Гришу. Да, мальчики, кстати, также на рыбалку сегодня не пошли из-за ветра, потому что у нас ветрюган Григорий. Давайте мыться. Александр, привет. Антон Сергеевич, дашь привет. Антошек, давайте мыться. За Юнечка, но мы так не успеем. Так, готовы пряники на день пограничника. Сейчас буду все упаковывать. А у нас уже вечер, мы на Красную площадь приехали. А тут еще такой запах, блин. Пап, ты чувствуешь? Ты не чувствуешь этот запах продуктов жизнедеятельности? Покажи, Афонь, как ты улыбаешься? Афонь только проснулся и не в настроении. Пойдем. Идем в магазин, который называется «Я праздник». А где этот «Я праздник»?
А еще дальше? Пошли искать, где твой праздник, Афонь? Так, пап, покажи, что мы взяли. Колпачки Афоня выбрал с тачками. Причем тут цены, одни 6 штук по 72 рубля, а другие по 156. Это побольше 72, это как... Тут все, короче, пиратская вечеринка. Может, пиратские колпачки или нет? Тачки? Да. Тачки? Угу. Все, тачки взяли. Пошли шарики брать? Покажи, ты Джек Воробей. Ля, какие классные. Мне нравится. Еще есть морская тема. Это, наверное, дедушке надо решить. Тут всякие штуки, которые можно в шарики засыпать, да? 28. А, вот они, ага, 28, точно. А где они? А, вот они, 28. Разноцветные тогда берем с тачками, сыноль. Я хотела вот эти. Ну, возьми себе такой шарик. Один. Так, я тогда выбираю, да, пап? Теперь мы в детском мире. 5 плюс 1. А что это значит? А, типа 5 покупаешь, а одна бесплатно? Mm-hmm. Афанасий? Да нет, он так, просто все смотрит. До него. Тракторы, диски. Вот эти тракторы, диски, да? Диски, то есть, да. А может пожарную машину? Да? Вот да, это да. Офигеть. Посмотри на меня. Афонь, покажи, что ты выбрал. Томаса. Красивого. А ну да, я покажу всем, какой он будет. С подъемным краном, да? Афоня приболел, короче. Походу, у него температура. Я себе спиннер купил. Давай я тебе открою. Все? А он еще и светится? И шарик, и спиннер.